Прочитав, мы изучаем предисловие книги Зор и какое знание и какой опыт мы должны взять из этого предисловия, чтобы приступить к основной книге Зор. Баля Сулам написал предисловие. Предисловие к Талмуду Сферот, предисловие к книге Зор. Такие предисловия. И в них он выразил свой подход к тому, что раскрыл. Конечно, это не его, это то, что он раскрыл из духовного мира, из духовной системы. Поэтому эти предисловия очень важны. Они в концентрированном виде, в педагогическом красивом виде, передают нам взгляд на творение, поэтому эти предисловия мы тоже учили у Рабаша немного. И у них есть большая важность. Предисловие важнее, чем то, что есть после предисловия в самой книге, допустим. Из предисловия к книге Зоар мы можем научиться гораздо большему, чем что мы сейчас можем в нашем состоянии постичь в самой книге Зоар. Когда мы поднимемся потом по духовным ступеням и сможем уже быть в постижениях, на ступенях книги Зоар. Это что-то другое, но пока что для нас предисловие — это просто вход, приближение к этим духовным ступеням, о которых сама книга Зоар говорит.